Вы можете купить диск с мантрами, к примеру, и вы можете слушать год, два, три, один и тот же звук. И он вам никогда не надоест. Если вы купите какой-нибудь популярную там диск, хит сезона, песню, там несколько песен, скажите, пожалуйста, сколько они у вас будут на полочке лежать? Или как долго вы будете слушать популярную певицу? Пока не надоест. Когда это происходит? Быстро. Вот, в материальном мире все имеет начало и конец, но медитация на мантры, на звуки, они не имеют ни начала, ни конца, они абсолютно духовные. Поскольку наша природа, дух, душа, мы вечны, так же само нам нужно стараться привнести в нашу жизнь так же само такой же природы звук. Медитирует не тело, медитирует душа, личность, которая находится внутри тела. Душа та, которая вам принадлежит, потому что вы есть душа. Это древнее учение йоги, древнее учение святых людей. Они передают это по ученической преемственности. Так вот, процесс медитации – это работа непосредственно с нами. Не с физическим телом, а непосредственно с личностью, внутри, с самим собой. Стараемся увидеть, закрыть глаза и представить снова очки на экране вашего ума. Улыбка на лице, держим. Несмотря на то, что вам сложно, постарайтесь удерживать очки на экране своего ума. Делаем вдох. Делаем медленный глубокий выдох. Вдох через нос. Выдох через рот. Еще раз делаем вдох. И на выдохе постарайтесь выбросить этот предмет из головы полностью, чтобы там его не было. Глаза не открываем. У кого получилось, не открывая глаз, поднимите руки. У кого не получилось, продолжаем выбрасывать. Хорошо, теперь представьте зеленый-зеленый лес. Белоснежные горные вершины. Вы плывете в лодке по синей-синей реке и наблюдаете за всей этой красотой со стороны. Делаем вдох. Мысленно с выдохом поднимаемся на высоту птичьего полета и смотрим за всем этим сверху. По-прежнему улыбка на лице. Делаем медленный вдох. И так же, как очки, выбрасываем весь пейзаж из ума. Делаем выдох. Снова делаем вдох. Делаем выдох. И медленно можно открыть постепенно по чуть-чуть глаза. Что эта практика показывает? Скажите, пожалуйста, кто наблюдал за своим умом сейчас? Ну, вы, да? То есть вы это делали. То есть я это та личность, которая хотел. Представил очки, захотел, выбросил очки, захотел, представил природу, выбросил. Вы могли то же самое проделать дома с любыми объектами. Скажите, а с гневом, завистью, с обидой, с ненавистью легко вот так вот, как очки? Просто быть? Ну, со временем, если ты будешь, например, практиковать это и сам себе просто сознание говорит, мне это не нужно, то со временем это можно контролировать. Дело практики, да? Но я считаю, да, со временем. Дело опыта, дело практики. Да. Есть определенные методики, с помощью которых вы можете не с таким коротким временем это сделать. Есть тихие практики, есть практики на звук, но практики, которые реально на звук, они мощнее. Контроль эмоций, контроль гнева, контроль над умом – это все работа йоги и медитации. Но самый один из моментов, почему я привел именно эту сейчас практику медитации, контроля над умом – это чтобы показать, что вы не являетесь вашими мыслями. То есть мы сейчас рассказали о том, что тело – это не вы, то есть костюм ваш,
сейчас на вас, но это не вы, вы не костюм. Также вы не являетесь вашей аурой, то есть тонким телом, о котором сейчас говорю. То есть все мысли, все переживания, все чувства, гнев, зависть, обида, все находится вот здесь, вот тут. Это вас не касается. Но достаточно ли вы сильный человек, чтобы научиться управлять вот этими мыслями, эмоциями в семейной жизни, например, либо в повседневной жизни на работе? Это зависит от того, насколько вы работаете над собой. Но не так много людей заинтересованы вот именно работой внутри, потому что это является основополагающей позицией именно духовного такого роста внутреннего счастья. Люди многие говорят о счастье. А вы счастливы, вы несчастливы. В чем заключается счастье? Счастье заключается в том, чтобы иметь много денег, славы, чтобы тебя уважали, любили, говорили тебе хорошие вещи. Но рано или поздно это все смывается в туалет времени. Нужен внешний источник, который более сильнее, чем вы. Если мы рассчитываем только на свои собственные силы, мы можем дойти до такого момента не депрессии, а стресса. Ну, рано или поздно происходит так, что мы понимаем, что даже тихая, даже наша собственная сила, она, ну, никак, я уже не могу, своими собственными силами я ничего не могу сделать. Поэтому мантры – это действительно звук, который идет из духовного измерения, который помогает нам, обволакивает нас как личность, как душу, защищает нас от всех вот этих вот кармических реакций, проблем, гнева, зависти. То есть медитация на звук.